Привет! Это обзор от Mob.ua и я Трэш. Сегодня у нас особый день, так как мы встречаем особого гостя. Итак, разрешите представить Dark Meadow The Pact. Только подумайте о том, как редко сейчас можно встретить на девайсы survival horror, да еще и подобающего качества. Кто не знает, игры этого жанра содержат в себе различные специфические составляющие, главной целью которых является нагнетение, подобно литературе и фильмам ужасов, атмосферы страха и тревоги. Конечно же, все понимают, что планшеты или телефоны не могут похвастать диагональю экрана и графикой. А это довольно-таки большой минус для создания атмосферных игр с сюжетом. Но, благодаря серьезно настроенным ребятам из компании Phospho Game Studio, такая игра все же увидела свет. И при этом заслуживает быть представителем survival horror. А все благодаря тому, что основой всему стали сюжет и графика. По традиции серии Амнезии, главный герой просыпается в старой разрушенной больнице. Без воспоминаний о том, кто он и как он там оказался. И ты можешь только догадываться, что виной всему, как всегда, стало похмелье. Проснувшись, мы слышим озабоченно маниакальный голос, говорящий о том, что нам недолго до того же финала. Конечно же, единственный способ разобраться во всем – это быть мужиком, поднять свой зад и искать ответы на вопросы. Кстати, о способе передвижения. В большей степени оно похоже на квестовое, то есть тапаем на ключевую точку, отмеченную специальным знаком, и наш герой идет туда. Потом внезапно из-под пола вылезает всякая непонятная хня и надвигается на тебя. Пока эта дрянь к тебе приближается, у тебя есть возможность атаковать ее оружием дальнего боя. Но как только оно приближается, сражение переходит в ближний бой. Удары наносятся свайпами по экрану в стиле Fruit Ninja, а защита выполняется тапами по щиту, либо по сторонам уклонения. Во время боя также можно использовать аптечки и гранаты, что всегда даст выйти победителем, а потому и стоит это удовольствие реальных денег. Хотя, как по мне, чем больше хардкора, тем интереснее играть. Донат для тех, кто любит больше работать, чем играть, а это не про нас. Но большинство ништяков, включая прокачку персонажа, мы будем приобретать в пути, исследуя тайники и побеждая монстров. Dark Meadow – это на редкость качественный, пугающий, интересный и невероятно красивый survival horror. Это игра, которая настолько поражает своим музыкальным сопровождением, озвучкой, дизайном локаций, атмосферой и графикой, что ты забываешь о том, что это не игра для ПК. Советую всем, кто любит качество, графику, сюжет и пощекотать себе нервы. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч!